Невзирая на непростое время, при поддержке добрых людей роспись храма продолжалась. Но теперь средств на оплату работы мастеров не хватает. Давайте же не остановим это благое дело. Кто имеет возможность и желание помочь, в описании к видео будет указана банковская карта храма, на которую вы сможете сделать пожертвование. Весь приход храма Рождества Христова желает Божьей помощи и здоровья всем, кто в нынешнее время поддерживает храм. Храни всех вас, Христос!